Сустреча такого формату – черговая для супрацовников управления информации Министерства внутренних справ и первая у скарбонцы в опыту мясцовой службы, якая отказывает за взаимодействие с прессой. Об необходимости и значности семинара говорит состав удельников. Усяго около 60 человек, полова из их – редакторы и корреспонденты городских и районных газет, редакции телебачения и радио. Главная мета – обмерковать питание взаимодействия, найти шляхи повышения его эффективности. Мы в этой связи являемся основными поставщиками информации, потому что в первую очередь люди обращаются к нам и реагируют. И вот этот тесный контакт между сотрудниками милиции и журналистами, он обуславливает достоверность предоставляемой информации, скорость предоставляемой и эффективность, значит, отражения реальных событий, которые действительно произошли. Для читача або телегледача важно, каб информация была актуальна и адлюстровывала подеи або проблемы локального узроўню. Як зрабіць информационные нагоды цікавымі для журналистов и при гэтым закрануть интересы аудитории? Одно из основных пытанняў, якое мерковалася на семинары. Размова заходила и про сучасные сродки передачи информации. Сёння трэба не только заполнять сайты запатрабаваным контентом, але и распаўсюджваць информацию про сторонки у социальных сетках. Безусловно, это определено в первую очередь постоянным возрастающим потоком информационным, который мы видим в интернете. И пользователям, читателям, слушателям порой нелегко выбрать именно нужную информацию. И это самая главная задача, которую должны выполнять, которую должны ставить и выполнять сотрудники пресс-службы УВД. Программа семинара была насыщенной. Одно из ее часток стало узнагороджение супрацовников правоохранительных структур за активную позицию в справе взаимодействия со СМИ, а так само ушанование журналистов, которые помогают створать становчий имидж супрацовникам милиции. Александр Гамоля, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель».